Здравствуйте. Вы позвонили в компанию Business Life, одну из крупнейших консалтинговых компаний в России по систематизации и увеличению доходности бизнеса. Алло. Добрый день. Добрый. А вот я хотел узнать по поводу Соловьева. Будет сегодня концерт? Уфа? Да, Уфа. Да, будет. Он с часа будет выступать. В час? Да, с часа. Сейчас уже мероприятие началось, уже идет, в принципе. Нет, нет, еще у нас еще только 11:30 в Уфе. 11:30. Да, у нас 12-го в Уфе. Да, с Москвой же разница 2 часа. Да, я знаю, нет, я говорю, я вам говорю, что он с часа будет выступать. А, понял, да. А сколько стоит билет, вот, если прямо сейчас покупать? Смотрите, ценовая категория разная, есть категория стандарт. 18500 стоит. 18500, да? А да. Еще какие есть? Предлагаю вам категорию эконом, но она стоит 17900, но разница 1000 рублей, но вы будете сидеть, как бы вам лучше в партере сидеть или на балконе? Ну, в партере. Мы хотим на организацию взять 5 билетов. 5 билетов на организацию? Ага. Смотрите, значит так. 18500 у нас есть от 4 человек, если идут 50% скидка. О, классно. То есть, получается, за 2 заплатим только, да? Ну, по сути, да. Получается так. Смотрите, так вот. Только а если мы сейчас быстренько оформимся, сейчас с вами быстренько оформимся, быстренько проходит оплата и сразу как бы... Я понял, сколько длится будет концерт этот? Будет до 6 вечера проходить мероприятие. О, 5 часов? Ничего себе. Ничего себе. Ну, естественно, перерывы на обеды, кофе-брейки. Кормить будут, да? Ну, в той категории, которую я вам предложила, стоимость обеда не входит. Ясно. А в какую входит стоимость обеда? Нам бы тоже покушать там еще. Категория бизнес, куда входит 2 дня мероприятия. Второй день ведут его бизнес-партнеры Сергей Шушин, может быть, слышали, и Марат Саидгалиев. А, тема нам мотивация и контроль персонала. Это его бизнес-партнеры, просто даже хорошие друзья. Ага, хорошие друзья. А сколько стоит такой пакет? Нужно такой пакет у нас стоит 48900, но я не знаю, остались ли у нас места сейчас на бизнес. А посмотрите, пожалуйста. Смотрю, вам же 5 надо? Да. Ну, слушайте, мы можем что-то придумать. Можем придумать. Стульчики приставные поставить. Такой же вам даю 50% скидку на эту стоимость. Вот, классно. А проживание будет включено, если 2 дня? А вы сами не с Уфы? Ну, нет, мы из Уфы, а там не входит, да, проживание в эти деньги? Нет, проживания нет, но я могу вам сориентировать и подсказать, где можно снять там отель, там у нас там коллеги сейчас находятся. Понятно.